Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня, ребята, мы поговорим о грядущем обновлении 0.16.0. Прямо сегодня я вам все расскажу, все покажу, так что, ребят, присаживайтесь поудобнее. И одна небольшая просьба прямо с начала данного ролика. Если вы ждете обновления, то прямо в эту секунду прожмите лайк и подпишитесь на мой канал, посмотрим, сколько нас. Ну что же, а мы начинаем. Ну что же, дамы и господа, я знаю то, что вы обожаете узнавать любую информацию, связанную с обновлением. Так вот, ребята, я хотел бы вам рассказать нереально важную информацию. Первое, о чем хотел бы сказать, это то, что уже, скорее всего, на этой неделе, я думаю, в пятницу, субботу или воскресенье, должен выйти новый пас на рынок. Вот, вот, конкретно вот эти две коллекции, Foyers и Traveler's Bug. Дальше, что же мы ждем после выхода этих коллекций? Дальше мы, ребятки, ждем в течение еще одной недели, ждем трейлер. Ну а после трейлера мы уже ждем непосредственно само обновление 0.16.0. Ну что же, а прямо сейчас мы, ребятки, посмотрим лучшую реализацию этого обновления. Ну что же мы тут видим? Интерфейс, в принципе, тот же самый, но, ребята, добавили новую коллекцию. Посмотрите, название новой коллекции по названию Avalon Pax. Ну, то есть, я не знаю, что там будет. Скорее всего, ребят, там будут новые граффити. Возможно, будут какие-то новые наклейки. Возможно, будет еще что-то. Ну, короче, новая коллекция. Дальше что мы видим? Дальше мы видим новый пас. То есть, видим free pass, видим gold pass. Дальше видим то, что это уже новый сезон. Ну, короче, ребят, все как положено. Давайте смотреть дальше, потому что пока что, я скажу так, все очень даже неплохо, но я хотел бы чего-то побольше, чего-то более грандиозного увидеть. Так, а вот это уже интересненько, ребят. Мы видим новый стикер под названием Bear. Я скажу так, конечно, он выглядит немножко стрёмненько. Ну а почему бы нет? Почему бы нет? Хоть какое-то разнообразие, хоть какое-то обновление. Потому что, ребят, мы уже ждем сколько угодно. Я уже готов на любое обновление. Давайте, пожалуйста, хоть это в медведя добавим. Я уже буду рад. Как мы видим, ребят, мы можем применить даже на гранаты. Как бы это странно ни было, вы можете надеть стикер на гранаты. Возможно, немножко фриково. Я не знаю, что-то вообще было в голове у автора. Но, ребят, ну это реально прикольно. И заслуживает вашего лайка. Так, ну что, смотрим дальше. То есть мы просто берем и переменяем на флешку. Ребят, опупеть. И когда мы берем флешку в руку, вот как мы видим тут, то сверху на флешечке будет маленькая наклейка. Я считаю, это круто. Я считаю, это было бы разнообразие. Прикольно. А чупи нет? Чупи нет, конечно, я был бы только за, чтобы это все добавили. Ну а прямо сейчас, ребятки, просто будете в шоке. Помимо того, что у вас флешка с наклейкой, сейчас вы увидите нечто новое. Ща все будет. Ща просто будете в шоке. Готовьтесь. Да, ребята. В нашем с вами любимом стендофе можно выбрать сюжетный режим. И то есть там будут миссии, там можно будет проходить. То есть это будет не только мультиплеерная игра, как сейчас. Это еще будет сюжетная игра. То есть заходите, играете, развлекаетесь. Я считаю, это тоже очень круто. И, ребят, пожалуйста, поставьте за это лайк и подпишитесь на мой канал. Потому что это было бы просто пушечка, если бы добавили сюжет стендов 2. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, видим еще одну из самых лучших реализаций этого обновления. Что же мы видим? То есть мы заходим в новое обновление, и там, ребятки, мы видим то, что показывается список игроков, у кого было сколько ММР и кто как закончил прошлый сезон. И чем лучше вы закончили прошлый сезон, тем лучше у вас награда. Как мы видим, на первом месте Лондон, на втором Ноутбруке, на третьем Лофи, на четвертом Инфи и на 234 месте уже идет Снови. Так, ну что же, смотрим, ребятки, дальше, потому что, честно говоря, это очень круто. Так, это, ребят, получается что-то наподобие нового сезона. Видимо, новое звание Platinum 1. Я не знаю, что это такое, Platinum 1, что это? Я не знаю, после чего это идет. Скорее всего, платина, мне кажется, идет что-то наподобие серебра. Вот так я скажу, ну, возможно, я ошибаюсь. Так, смотрим дальше. Дальше, ребятки, мы видим новый стикерпак, новый gold pass. Ну, блин, прикольно, прикольно. Не знаю, что сказать, потому что, ребят, я просто жду, я реально в ожидании. Название паса Community Work. Почему именно Community Work? Возможно, подразумевает с собой то, что все комьюнити делало какие-то скины. Разработчики нашли все концепты и добавили все в один пас. Прикольно, конечно, прикольно. Так, ну что, ребятки, смотрим дальше. Так, мы видим новые крутые стикеры, притом они и в платном Gold Pass, и в бесплатном. То есть, ребят, ну, не обязательно быть богатым донатером для того, чтобы получить крутые стикеры. Вау, очень круто.
Так, смотрим дальше. В 0.16.0 что же мы видим? Режим Rampage. Обновленная карта Sandstone. Исправлены баги в режиме наблюдателя. Ну, то есть добавили раздел новости и события. Я считаю, это очень полезно, потому что у меня лично нет настроения и желания заходить в Play Market и читать, что нам добавили. Так, ага, и что же мы тут видим? А мы тут, ребятки, видим-то, получается, новые тычковые ножи под названием Daggers Red Dragon. Новый тот самый сигерпак. Блин, ребят, очень прикольно. И самое главное, мы видим новую валюту, какая-то зелененькая. Скорее всего, ребята, это бриллианты. Это реально очень круто. А, или изумруды, изумруды, реально. Как в Майнкрафте, изумруды. Ну, блин, ребят, ну тут прям 5 урек с плюсом, нет слов. Изумруды было бы очень круто. И также мы, ребята, видим новый кейсик. Новый кейсик под названием Wolf Case. Блин, ребят, ну это что-то с чем-то, это что-то новенькое. Также дадим скидку на Scorpion Case. Да, все равно Scorpion Case никому не нужны. Там хоть скидка будет 100%, их никто открывать не будет. Так, а сейчас мы, ребятки, посмотрим на обмен. Так, 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 да, это рофл, это рофл. Прямо сейчас, ребятки, мы увидим обмен. Да-да-да, это не сон, это не шутка, это реально обменник. Просто берешь, там, к примеру, отдаешь свои тычковые ножи, получаешь новые тычковые ножи. Блин, ребята, я в шоке. Я не знаю, что сказать, это просто что-то с чем-то. Вот так взяли и поменялись тычковыми ножами. Теперь у меня Daggers Dragon Glass. Блин, прикольно, прикольно. Ребят, ну, я не знаю, очень круто. Также, что же мы видим? Прямо сейчас мы, ребятки, зайдем в режим Rampage. Мало ли кто не помнит или мало ли кто не знает. Вдруг вы новенький в стендофе, то режим Rampage, там вы деретесь, грубо говоря, такими огромными дубинами. Этот режим уже был один год назад. Есть вероятность, что его могут добавить обратно. И, ребятки, я вас очень сильно прошу, пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь на мой канал, потому что я хотел бы специально для моих подписчиков провести мини-челлендж. Кто угадает точную дату обновления в комментариях, то я тому человеку дам 10 тысяч голды. Прямо сейчас напишите в комментариях ваше предположение, как вы думаете, когда же будет все-таки обновление. И плюс, ребята, не стоит забывать то, что в этом грядущем обновлении уже 100% добавят новый кейс. И с большой долей вероятности уберут старый Furious кейс. Поэтому мой вам совет, закупайте, пока еще можно их закупать, потому что в ближайшее время они будут на рынке точно так же, как и Origin кейсы. И чтобы понимали, Origin кейсы буквально за один год, как их убрали, уже в цене подорожали в 20 раз. Не раньше стоили 100 голды, сейчас уже стоят 2000 голды. Ну что ж, дамы и господа, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.